Тут балерина бегает. Балерина. Ее, кстати, издалека заметил по ее хвосту. Солнце. Солнце. Иди сюда. Солнце, иди сюда. Давай покормим тебя. Попробуем покормить, по крайней мере. Давай, поешь. Солнце. Поем, конечно. Я тут видел, как она бегает. Только хвост был виден. Она по дорожке бежала, а тут возвышение с двух сторон. И там, короче, только хвост был виден ее. Я думаю, наверное, эта балерина бежит. Злодейская. Красотуля. Как вас мало осталось старых белок, я имею в виду ветеранов, ветераны. А ведь балерина выясняла отношения с ушастиком. С ушастиком, с копией. По-моему, ролики такие есть, где и балерин, и ушастик в одном ролике. И копия там тоже где-то рядом. Старая гвардия. А это молодая гвардия. Вот этот злодей. И погнал балерин. Вот злодей какой, а? Это что такое делается, а? Это что такое делается? А ты, говорит, мне должен орешки принести. Да? Да, говорит, давай сюда. Вот из-за какого-то орешка балерина воду пьет. Я уходил 2 часа назад отсюда, банка полная была. Пришел, думаю, чуть-чуть долью сейчас. У меня мало воды оставалось. А банка сухая, банка сухая. И там нету воды вообще не было. Иди сюда, балерина. Иди сюда. Она боится вот этого злодея. Балерина, иди сюда. Как же ты боишься? Ты же взрослая белка. Иди сюда. Вот это что такое вообще происходит, а? Балерина, иди сюда. Балерина, иди сюда. Мы не доели. Давай сюда. Нет, говорит, доели. Говорит, уже все. Сколько можно, говорит, есть? Стой, подожди. Ты же умница у нас. Смотри, что дают. Дают орешки, конечно же. Побежала. Вот злодей, а? Прогнал мне балерина. Нормально сидела, ела. А этот мелочь... Ну, это, кстати, это... Вместо ушастика растет. Тоже такой же будут. Злодей. Вон он сидит. Я, говорит, злодей, говорит, сижу. Я к тому, что вот эта территория, по-моему, вот этого берчонка будет. Раньше это была территория ушастика, сейчас... А сейчас вот этот берчонок гоняет всех. Он на мордочку посмотришь, вроде хороший берчонок, милый. А на самом деле, это же мафия какая-то. Не зря милиция вчера приходила сюда. Там сидит один берчонок, ест. Ну ладно. Злодей какой. А этот ест. Запомните в лицо его. Это злодей еще тот. Его лучше не встречать в парке. Один на один с ним лучше не встречаться. Да? Так. Какой ты ужасный белка, а? Да, я ужасный. Иди сюда. Давай сюда. Набинился, говорит. Какой же я, говорит, злодей? А нет, говорит, злодей, конечно же. Побежали. Вот он целый день так ко мне подбегает, берет орешек, отбегает. Нет, чтобы на ногу залезть там. Ну, я не знаю. Как-то попроще быть. Нет, говорит, буду. И, кстати, у него такой формальный подход к
спрятанию орехов, это я просто удивляюсь. Ну, сейчас он еще как бы, я, говорит, в листьях попробую закопать. А так обычно он посреди дороги кладет орешек и все. Вот, это, ну что это такое? Это так прячут разве? Кто так прячет-то вообще? И это, кстати, еще хорошо он прячет. Обычно посреди дороги кладет лапками, делают движение и все, говорит, надежно спрятано. Злодей какой, а? Побежал. Вот, спрятал, да? Нет, говорит, надо вскрыть, говорит. Пахан вместо ушастика, только ушастик он как бы свой был в доску, а этот говорит, будем держать дистанцию, говорит. Я вас не знаю, вы орешки давайте, но я вас не знаю, говорит. Вот злодей какой, а. Ну ладно, все, такое видео с бельчонком, подающий надежды, бельчонок такой. Лишь бы все у него хорошо было. Ну ладно, все.